война. Нет, для матери, земли нашей, родины нашей, страшней и ненавистней слова. На аллее памяти прошла торжественная церемония, посвященная 79-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне. Мы собрались на аллее памяти у вечного огня, чтобы почтить память наших дедов и прадедов, солдат и офицеров Советской армии, павших на фронтах Великой Отечественной войны, солдатских матерей и вдов, детей войны, тружеников тыла, память всех, кто защищал нашу Родину. На церемонии присутствовал глава городского округа Андрей Булгаков, представители администрации, депутаты окружного совета, ветераны, труженики тыла, участники специальной военной операции, военнослужащие. Церемонию открыли представители двух конфессий – имам-хатыб Щелковской соборной мечети Руслан Новиков и благочинный Щелковского церковного округа Балашихинской епархии Андрей Ковальчук. Сегодня во всех храмах была совершена молитва. Мы рядом находимся с Троицким собором, была отслужена литургия. И по благословению святейшего патриарха Кирилла совершен благодарственный молебен на День Победы. К вечному огню легли цветы в память о погибших защитниках нашей Родины. Анна Наприенко, Игорь Поляков, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.